здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Skoda Octavia A5 2011 года выпуска. Объем двигателя 1,4 литра, BUD. Пробег автомобиля 158 087. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Двенадцать килограмм. Второй цилиндр. Двенадцать с половиной килограмм. Третий цилиндр. Десять с половиной килограмм. Четвертый цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Низ мотора чистый, сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.